Привет, меня зовут Марат. Я люблю настолки, но я читаю не только правила. Я хочу признаться в любви к одному из писателей. Это Терри Пратчетт. Если можно будет вставить сюда картинку, я покажу свою коллекцию. Поскольку я почти все книги, что есть, скупил. Особенно вот эту серию. Она чернокнижная. В ней вышли почти все книги, которые писал Пратчетт. Их около 70 штук. Причем Пратчетт настолько знаменитый английский фантаст, что его напечатали около 80 миллионов экземпляров по всему миру. То есть это бомбически. За что его любят, так это за юмор. Это фантастика, которая дает сатиру, юмор на все популярные темы. Дает о чем задуматься. И причем, когда ты читаешь, ты делаешь такой звук носом, потому что тебе смешно. Еще настолько люблю этого автора, потому что он дает разные циклы и разных персонажей, настолько колоритных, они все переплетаются, они вообще везде есть. То есть вы можете читать одну книгу и встретить абсолютно этого же персонажа в другой книге, в другом цикле. То есть он придумал целый мир, сатирический, интересный и классный. Я очень люблю все циклы, но особенно хочу выделить «Стражу». Это такой самобытный в городе цикл о том, как стража несет свою службу. Потому что обычно в фильмах все стражников избивают, выкидывают, а здесь они главные герои. И это самое важное. И на Новый год я особенно посоветую «Санта Хрякус». Это дух Рождества, Нового года. То, что надо для новоприбывших читателей. И самое последнее, что я посоветую, это недавно «Эксмо» выпустила целый путеводитель по его миру. И так вы сможете узнать про всех персонажей более подробно. Читайте Пратчетта.